Космический коуч. Между мной и моей любовью к тебе. Ты выбрал ее. Она как солнце, она как луна, она как звезды. Как солнце она освещает тебе путь и греет тебя, наполняет радостью и весельем. Как луна она погружает тебя в пучины переживаний, поднимая доселе неизведанное со дна, вовлекает тебя в свою приливно-отливную историю. И ты движешься вместе с морями, океанами, замечая, что разум твой оказывается оттесненным на периферию твоего существа и незаметно сдал свои лидирующие позиции. Как звезды она возносит тебя в иные миры, великолепные и нематериальные, далекие и прекрасные, о своем доступе в которые ты даже и не мечтал. Такая она прокачала тебя лучше любого коуча. И самое привлекательное в ней, то, что сбило тебя с ног и из седла, это то, что солнце, луна и звезды всегда на небосклоне. Это почти что вечность любви, во всяком случае, пока живет человек. И доступность ее в любой момент. Достаточно лишь приподнять глаза или опустить веки. А я что? Я просто плотской земной человек и к тому же женщина. Космический коуч.